Вопрос обеспечения честности и прозрачности при проведении предстоящих выборов президента страны обсуждали во время селекторного совещания в областном акимате. В работе встречи принял участие заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Константин Петров. Особое внимание уделено действиям в период подготовки ко дню голосования. С начала избирательной кампании проведено 23 заседания ЦИК в открытом формате с участием всех СМИ страны. Максимальная прозрачность и публичность для разъяснения принятых решений. Необходимо уделить отдельное внимание населению, которое должно знать, каким образом они смогут осуществить свое конституционное право. Списки избирателей стали формироваться на основе государственной базы данных физических лиц. То, что сейчас ведется активная цифровая работа по созданию списков избирателей, они должны быть точнее. С 25 мая каждому гражданину будет представлена возможность прийти на избирательный участок, на котором он должен быть зарегистрирован, и проверить включение себя в список избирателей. На совещании было отмечено, что все этапы подготовки проходят согласно выработанному плану в соответствии с законом о выборах Республики Казахстан. Сейчас проводится уточнение списков избирателей. В день выборов на избирательных участках будут работать мини-цоны. У избирателя могут возникнуть несколько претензий к списку избирателей. Неправильное указание персональных данных и не включение в список избирателей по месту постоянного жительства. В этих случаях избиратель должен к заявлению приложить соответствующие документы, то есть удостоверение личности, адресную справку и так далее. В данном случае справка о регистрации по месту жительства на территории соответствующего избирательного участка является основанием для включения участковой избирательной комиссии в список избирателей. В работе селекторного совещания также приняли участие председатели сельских, районных и городских избирательных участков, а также наблюдатели. Всего более 600 человек. Председатель областной избирательной комиссии доложил о проводящейся в данный момент работе и ответственности при проведении выборов. Мы призываем всех жителей нашей области, достигших возраста избирательного права, прийти на выборы и отдать голос за выбранного кандидата. Это ответственность каждого из нас, ведь мы будем голосовать за будущее нашей страны. Избиратели имеют право заранее посещать свои избирательные участки и получать полную информацию о политической кампании. Важно, чтобы каждый гражданин осознавал собственную важность участия в выборах. На селекторном совещании были обсуждены и другие вопросы. Екатерина Шмидт, Нурлан Идиров, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.